Рада приветствовать вас на нашей страничке. Перед вами наша жизнь весной. И перед вами наши проблемы. Сейчас все силы мы бросаем на то, чтобы вывести воду. Нас спасло в этом году то, что у нас вокруг приюта огромные траншеи. Но тот осадок, то количество осадков, которые выпали, столько снега, что мы все равно поплыли. Просто по простой причине, что колодцы и трубы не справлялись с напором воды. Друзья, пришлось пробивать лед, пришлось вытаскивать льдины, пришлось внутри под мостом лазить, чтобы открыть проход, так как за зиму туда набилось и снега, и всего. В общем, ребят, весна нам дается очень трудно, очень. Мой ролик, как всегда, о нашей жизни и о том, что мы нуждаемся в вашей помощи. Буду искренне благодарна, ребят, за любую помощь, за любую, мои хорошие. Как видите, ваша помощь не прошла мимо. Вольеры высокие, и вода шла по низу. Единственное, что к этим вольерам подходить, словно на лодках надо. Но животных, к счастью, животных, затопило не всех. Большая часть осталась с сухими лапами. Ребята, я очень благодарна всем, кто нам помогал, кто помогает. И очень надеюсь, что появятся люди, которые захотят нам помочь. Нам очень, очень-очень нужны стройматериалы. Особенно профиль и доски. Профиль нам нужен для того, чтобы сварить навесы. Доски для того, чтобы укрепить полы и сделать будки. Друзья, мы просим вас, знаете, наверное, ну какие слова подобрать? Вы же все сами видите. Я могу только уточнить, что нам надо и чем вы могли бы нам помочь. Друзья, нам очень нужны доски и железный профиль 40 на 20. Нужны трубы 57 диаметра. И нужны листы железа на навесы, потому что весна пройдет быстро и начнется пекло. А значит, нам нужны навесы для тени. В прошлом году мы построили вольеры. Ребята, в этом году эти вольеры надо закрыть навесами. И я прошу вас об этой помощи. Кроме всего прочего, нельзя забывать о том, что корма у нас всегда впритык, и больные, их лечение никто не отменял. Наоборот. Следующий ролик я покажу вам о трех котах. Ребята, несчастные мурлыки. Но в каком же они тяжелом состоянии. Следующий ролик выйдет через 2 дня после этого. Будни и экстренная СОС. Так чередуется наша страничка. И мне очень жаль, что очень мало мы вклеиваем сюда радостных роликов из дома. Наверное, я допустила ошибку, и второй канал нам нужен не просто для радости. Наверное, нельзя разъединять. Если честно, не знаю, я буду рада услышать ваше мнение. Потому что на одном канале мы рассказываем, как у нас здорово, а на этом канале мы рассказываем, как у нас тяжело и какие у нас проблемы. Я думала, лучше разделить, но теперь я в этом не уверена. И я жду... Выношу этот вопрос на ваше обсуждение. Пожалуйста, мои хорошие, буду искренне благодарна. Доброго вам всем здоровья за то, что вы присутствуете в нашей жизни. Спасибо вам.